Вот, Севка, парад планет в июле. И никакой Путин этот парад перенести не сможет. Севка, ты чё, гей, мороженое жрёшь? Фу-фу-фу, капец! Чтобы в радуге на мороженом увидеть пропаганду гомосексуализма, надо быть отмороженным. Караул! Эскимо, расизм, радуга, гомосексуализм. А всё вместе – идиотизм. Ну чё, как препод? Лютует, все хвалит. Только Катька Лахова проскочила. Экзамен автоматом. За что? За курсач о нетрадиционной ориентации мороженого. Блин, это хрен переплюнешь. Продолжите. А еще мне хотелось бы поменять наш флаг. Флаг вам в руки. А на что? На герб? Герб вам в руки. Только это вы у Милонова списали. Думайте еще. Следующий. А можно я другой билет куплю? А смысл? У вас же на все билеты одна шпаргалка. Снова просить денег для самой богатой компании России. Так? Да, но я же обосновываю. На разработку месторождений, на генные исследования. Во-первых, просить надо в течение всего семестра, а не на экзамене. Во-вторых, не надо обосновывать. Мне перед классиками стыдно. Нужен чистый, немотивированный идиотизм. Вот вы, премьер класса. У вас что? Леса горят. Я предлагаю не тушить. Это ответ прошлого года, а что-то более идиотское? Тушить бензином? Залить тайгу соляркой? Давайте без плагиата. Это курсовая работа Потанина. Вы... Предлагаю приравнять всех, кто призывал голосовать против поправок к государственным изменникам. Во, уже лучше. Учитесь, до чего дошли в соседней палате. Кстати, о госизмене. Взять, например, того же Ивана Сафронова. Уже взяли, хотя и не мы. А за что взяли? За его работу в Роскосмосе? Никакой связи с Роскосмосом нет. Это за прошлую журналистскую деятельность. Никакой связи с прошлой журналистской деятельностью. Это за Роскосмос. Я думаю, когда с ним поработают, он сам скажет, за что. Может, это за статью о продаже Су-35 в Египет? Выдал военную тайну? Лично проверял все военные тайны на месте. Ничего не понимаю. Идиотизм какой-то. Спасибо за высокую оценку. Учитесь. Идиотизм должен быть государствообразующим. Профессор, а я не понял, зачем вообще этот экзамен? Чтобы, глядя на мое окружение, народ понимал, что если не я, то кто? Понял? Не-а. За что я люблю? Зачет. Караул! Америка! Россия! Талибан! Заказуха! Монетизируй внятно! Я сейчас от своих источников такое узнала, что следующие санкции Трамп введет против меня. Да ладно, систер! С талибами полная муть. Обычная предвыборная возня. Одна спецслужба топит за Трампа, другая топит за Байдена, а третья утопила бы их обоих. Тогда нужна четвертая спецслужба, которая разведает, что делается в первых трех. Такой предвыборный большой брат. Меня Данила зовут. Данила Трамп. Белый дом. На второй срок. Чё ты на второй срок прёшься? Ну и сберёшься, и чё? А потом опять Северная Корея, Талибан, CNN, наркотрафик и Нью-Йорк Таймс. Не, я родину люблю. Я сделаю её великой again.
Первый again как-то не задался. Патриот, великая американская мечта. Микки Маус, Янки Go Home. А где теперь твоя родина, сынок? Она и Сирию, и Афган, и Крым просрала. Крым просрали еще при Обаме. У тебя, случайно, брата в Москве нет? Нет. А Болтон говорит, что Путин твой брат. Говорит, ты на Россию работаешь. Фейк! Я даже на Америку не работаю. Я узнал, что у меня дома полная фигня. Демократы, репортеры, хулиганы, мародеры. Ночью грабят магазины, поджигают лимузины. Повалили кучу статуй, широко гуляют штаты. Тут погром и там погром. Это мой родимый дом. Привет! А ты вообще где? Да хрен его знает. Тут хуже, чем в Бирюлево. Слушай, купи в аптеке лекарства от ковида. У нас какой-то козел все скупил. Ты чё? Кто теперь в аптеках что-то покупает? Вот скажи мне, как американец американцу, в чем сила? Брат говорит, что сила, она в обнулении. Кто обнулился, тот и прав. Я вот думаю, что сила в бизнесе. Всю политику под него подгоняю. А ты попытался из политики сделать бизнес. И чё, ты сильнее стал? Походу... Да. Данила Трамп. Рейтинг. Давай. Ну что, забрал у Байдена рейтинг? Ага, сейчас. Наоборот, свой отдал 10%. Ничего, вернешь ты свой рейтинг. До ноября можно многое успеть. Точно! Например, построю рядом с Белым домом черный. Народ заценит. И русские хакеры помогут. Они сила. Хватит повторять фейки немецкой прокуратуры. Сила в правде. А правда на Fox News. Никаких русских хакеров не существует. Цель прибытия? Конференция по компьютерным махинациям и вмешательствам в президентские выборы. Красота! Пусть Райт в свое время двушечку впаяли. Блогер Русиницы — пятерку. А Светлане Прокопьевой всего-то штраф на полляма. Категорически побаиваюсь, что общество просто умасливают. Умасливают? Скорее резьбу на гайках смазывают. Сафронова вообще двадцатка ломится, не пойми за что. Ха! Да у них там левая рука не знает, что делает правая. У них там правая рука не знает, что вообще есть левая. Нарисуешь лозунг на листе картона или что-то вякнешь в дырку микрофона. Или внешний вид твой, или внешний вид твой станет мне по сердцу, станет мне по сердцу. В автозак откроем, а потом закроем маленькую дверцу. Кто был режиссером или журналистом, станет так шпионом или террористом. Кто ты там, Сафронов? Или даже Френкель? Или кто похуже? Типа просто сука. Мы тебя сломаем. Хрен потом починишь. Не судьбу так руку. По
потеряли нюх, а мы вернем. Зря вы такие умные, если стал в пикет, в момент возьмем. Ведь это уже не пикет, а скрытая форма массового публичного мероприятия из одного человека, который ведет к бросанию стаканчиков, продаже родины, надругательству над могилами памяти предков и глумлению над традиционными формами размножения. За протесты вслух ТИЗО и суд, там уже все расписано, потому как справедливый суд — это просто фикция, фикция, фикция. Стали мы помягче после обнуления. Чтобы не испортить сразу впечатления. Если не виновен, редко, но бывает. Раньше шел на зону и пишите письма, а теперь всего лишь, а могли и бритвой, штраф на пол лимона. Тополиный пух, протест потух, гайки закрутим нежно мы. И не верь, что мы не ловим мух. Закручивание гаек – это подготовка к закручиванию банок и консервированию общества на долгую зиму. Тюрьмы не резиновые, будем брать штрафами. А на эти деньги построим столько тюрем, что хватит всему гражданскому обществу. Жареный петух! Жареный петух опять споет, и понеслась телега, а к зиме вперед на Колыму, на уборку снега, снега, снега. Жареный петух, жареный петух, жареный петух, жареный петух, жареный петух, жареный петух, жареный петух. Подписывайтесь, ставьте лайки. Показав нам большой палец, ты показываешь троллям средний. Вас, подписчиков, уже 600 тысяч. И это не Памфилова подсчитала, а тупая компьютерная программа. Монетизируй. 600 тысяч – это на 100 тысяч больше, чем влепили Прокопьевой. Но гораздо меньше, чем 8 миллионов, которые требуют от Навального. Так что нам есть куда стремиться. Угу! Шерлок Шерлокович, тут пишут, что хабаровский губернатор Сергей Фургал замешан в заказных убийствах. И когда замешался? 16 лет назад. Просто этюд в хабаровских томах. Ватсон, ну кто не шалил в лихие нулевые? Да и сроки давности тухляк. А вот еще одна запутинская, ой-ой-ой-ой, запутанная история. Смотрите, явка по поправкам по стране 68%, а в том же Хабаровском крае 41%. Просто дело о голосующих человечках. Ватсон, уж не думаете ли вы, что за 20 лет демократии, которые я защищаю и возглавляю, людей будут сажать за явку? Это не преступление, а волеизъявление. Но вот убийство — это недопустимо.